Смертельное ДТП произошло 12 ноября на 126-м километре автодороги Краснодар-Верхнебаканский. 49-летний водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом КАМАЗ. Легковушка буквально оказалась под грузовиком. В результате аварии водитель «Приоры» получил увечья, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда спасателей. О, кого-то он тут, по-моему, переехал. О, «Приора» вообще. До свидания.